Дежурная охрана, город Саран. Что у вас случилось? Пожар в поселке Сосновка Зубово-Полянского района унес жизни трех человек, двое из которых – дети. Трагедия произошла в понедельник около 23 часов. Примерно в это время в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Почтовая. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение террасы, которая прилегала к одной из квартир одноэтажного барака. На момент возникновения пожара в данной квартире находилась семья из 5 человек. Дверь в квартиру закрывалась неплотно, поэтому в комнаты проник едкий дым. В задымленном помещении спасатели обнаружили 39-летнюю женщину, которая находилась без сознания. Троих детей. Их вынесли на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи. Как оказалось, к этому моменту женщина была уже мертва. 9- и 2-летняя девочка скончались по дороге в больницу, а 12-летний мальчик был госпитализирован. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое. По данному факту Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Соседи рассказывают, что в день произошедшего у супруга погибшей был день рождения. Он находился в нетрезвом виде и почувствовал запах дыма. Вместо того, чтобы будить жену и детей, сам пытался потушить возгорание. По предварительным данным, пожар в квартире возник в результате замыкания электропроводки. Всю ночь и весь день на месте работали следователи и криминалисты. В рамках расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обслуживание данного дома, а также должностным лицам государственного пожарного надзора, а также действиям лиц, которые входят в систему профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. Дарья Берясева, Игорь Гангалев, программа «Происшествия». Двадцатого ноября примерно 18:35 на автодороге с сообщением Саранск-Рузаевка водитель 1993 года рождения, управляя автомашиной «Шевроле Лачетти», двигаясь со стороны города Рузаевка в направлении города Саранска, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомашиной «Шкода Октавия». Впоследствии водитель «Шевроле Лачетти» совершил столкновение с автомашиной «Форд Фокус», движущейся со стороны города Саранска. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Шевроле Лачетти» скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель и четверо пассажиров автомашины «Форд Фокус» получили телесные повреждения и доставлены в Рузаевскую ЦРБ. По данному факту проводится проверка, у водителя взята кровь на анализ. Надежда Юдаева, инспектор по пропаганде, госавтоинспекции отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району. В Саранске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в развращении малолетних. Известно, что днем 9 ноября он прогуливался по улице Полежаева рядом со своим домом. Дойдя до остановки Огарева, подозреваемый увидел двух 13-летних школьниц, ожидающих общественный транспорт. Подойдя к одной из них, мужчина разделся и предложил прикоснуться к нему, но получил отказ. Впрочем, это злоумышленника не остановило. Он предложил второму ребенку то же самое. Испугавшись, девочки убежали, но мужчина стал преследовать их. К счастью, рядом проезжал горожанин. Увидев, как полуголый пенсионер гонится за школьницей, он догнал его и повалил на землю. Да он вообще-то спокойный, всегда с нами здоровался, все. Я не знаю, ну, может быть, дома что-то он там. Обе девочки по возвращении домой рассказали о произошедшем своим родителям. Те, в свою очередь, сразу обратились в полицию. Во время следствия было установлено, что к преступлению может быть причастен психически нездоровый житель соседнего дома. Ну, его отправили в какую-то больницу или в дом престарелых, или да, куда-то его отправили. На постоянное место жительства. Чтобы провести полноценное расследование, Следственный комитет устанавливает свидетелей и очевидцев инцидента на остановке. Информацию можно сообщить по телефону 28 30 69. Екатерина Шокурова, Игорь Гангаев, программа «Происшествия». «59 ДТП, 66 пострадавших и 2 погибших». Это статистика аварий по вине водителей пассажирского транспорта в регионе за 10 месяцев.
За аналогичный период прошлого года цифры были меньше. Чтобы стабилизировать ситуацию, ГИБДД провели очередной этап операции «Перевозчик». В ней также участвовали сотрудники отдела автодорожного надзора и управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД. За время проведения операции было проверено 600 единиц транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Выявлено около 200 административных правонарушений, совершенных водителями пассажирского транспорта. В отношении 67 должностных и юридических лиц возбуждено административное расследование за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Самые грубые нарушения были выявлены в Ковылкино. Сразу несколько автобусов местного автотранспортного предприятия здесь эксплуатировались с незаконно установленным газобаллонным оборудованием. Соответственно, никаких отметок в документах инспекторы не нашли. В порядке были медицинские аптечки, а вот исправные огнетушители и знак аварийной остановки полицейские не нашли. Так, огнетушители старые. Почему старые? А датчика давления нету. Пломба. Есть какая-то пломба. Эксплуатация автобусов с незаконно установленным ГБО в Ковылкино фиксируется уже повторно. Ранее инспекторы уже выписывали требования устранить техническую неисправность, но руководство АТП все проигнорировало. В итоге нарушение вылилось уже в уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В фирме изъяли всю документацию, параллельно работали оперативники БЭП, у которых были основания полагать, что на предприятии есть и другие составы преступлений. Директора в этот момент на месте не оказалось, но его портрет рядом с главой государства не мешал завершить выемку. Всего в районе по итогам комплексного рейда стражи порядка выявили почти два десятка нарушений. В результате данных мероприятий к административной ответственности привлечено 16 лиц, из них 2 должностных. Выявлено одно уголовно наказуемое деяние, предусмотрено статьей 238. В Саранске наряды ДПС несли службу возле парка имени Пушкина. Этот водитель 45-го маршрута за рулем уже 15 лет. Большую часть из них перевозит людей. Признается, что работа не из легких и требует повышенного внимания. Скажите, пожалуйста, а что самое важное, когда перевозите пассажиров по вашему? Ответственность. Что? Ответственность. А, ну то есть, когда везете, даже не за себя переживаете, да? За... Инспекторов порадовал тот факт, что нарушения у водителя отсутствовали. Аптечку он предоставил, задняя дверь открывается, с документами у него тоже все в порядке. Поэтому таким водителям полицейские желают одного – счастливого пути. Впрочем, как показал рейд, не все отличаются законопослушностью. Часто выявляемых административных правонарушений в сфере перевозок пассажиров выявлялись такие, как управление транспортным средством с техническими неисправностями – 64 факта, управление транспортным средством без учета работы режима труда и отдыха водителей тахографов, 14 нарушений и 11 фактов нарушения правил перевозки пассажиров. Также за время рейда были выявлены факты оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В 2 случаях Следственный комитет возбудил уголовные дела, по 2 другим проводятся проверки. Анастасия Семушева, программа «Происшествия». Пожарная охрана города Саранск. Что случилось?